Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будет у нас монтаж теплицы капля VIP 3х6. Дверь с форточкой и форточка в торце. Комплектация относительно простая. Единственная особенность — это особенность рельефа местности. Здесь уклон хороший. Сейчас будем выводить фундамент по уровню и начнем строить теплицу. Так, каркас теплицы мы поставили, выровняли, закрепили. Сейчас будем крыть теплицу поликарбонатом, поденем профиля, обошьем дверь с форточкой, и все, теплица будет готова. Вот такой вот перепад у нас на участке. Перепад 40 сантиметров получился. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу капля VIP 3х6. Идем смотреть. Дверь с форточкой с одной стороны, форточка торцевая с другой. Каркас сделан с профильной трубы 20х40. Покраска примерно порошковым способом. Цвет шоколад. Имеются диагональные усилители. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан антисептиком с тонирующим эффектом. Цвет палисандр. Имеется резиновый торцевой уплотнитель, рекламка, поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!